Всем привет, меня зовут Данил Глебов и Сергей Писяков. Всем привет, это Артем Карпугас, это Антон Миранчук. И мы будем угадывать факты о Узбекистане. У меня только надежда на тебя. Да, но я предполагал сначала, что солнце, почему-то мне вот Узбекистан солнце. Но потом думаю, что все-таки, наверное, все-таки звезды почему-то, я не знаю. Мне кажется, я ему звезды. Доверюсь в этом вопросе. Я думаю, звезды. Плюсую. Пусть будут звезды. Плюс один. Разбираешься. Конечно, как звезды. Так. Ну, и варианты интересные, как может быть любой город друзей, я знаю, достаточно гостеприимный, да, ну, да. Город. Поэтому... Точно, думаю, не каменный. Ну, я что думаю, это друзей. Подожди, почему? Да я не знаю. Просто так? Да нет, я так. Я думаю, не столица Азии. Я бы между горной вершиной и город друзей. А я бы... Каменный город? Да. Может быть, каменный город, нет? Хотя нет, а какой, подожди, Ташкент, камерный город? Давай город друзей. Город друзей? Ну, мне ну, кажется... как-то название такое хорошее. Знаешь. Я бы взял вариант А, каменный город. Меня там просто смутило, знаешь, Таш убрать, Кент, слово Кент, типа, друзья. В принципе, на сленге понятно. Я думаю, все-таки это первый вариант, потому что... Да, ну... Старый, давай, древний город. Поэтому... Давай проверим тебя, Сергей. Вариант А. Каменный город. Ну не, да, давай я тоже так понял, да. Не, мы тогда возьмем каменный город. Сидит. Да, хорошо. Но я вот больше всего, кстати, к нему реально склонялся. Да? Изначально. О! Все-таки да. Каменный город. Ну, у меня тоже была такая да. Логика. Тебя кем был? Хорошо, идем. Премиальные будут? Не понимаю, ЮНЕСКО. Боже мой, что за вопросы? Мне кажется, если у нас был один товарищ, что, мне кажется, и плов бы я сюда. Плов, я думаю, что пацаны. Ну да, это мне кажется, я бы даже не думал, да, назвал плов, даже если будем неправы. То все равно плов. То все равно плов, да? Ну, я думаю, что плов. Я тоже так думаю. Давай я думаю, что это плов. Правильно. Не-не, он и за... Угощал. Он у земляков там заказывал, даже в Ростове. Да, привозил. То есть привозил плов, да. Очень вкусно. Я люблю, честно говоря. Тем более домашним от мамы. Мама готовит плов, да? Ну, нет, ну, раньше мама, а сейчас жена, допустим. Ну, не знаю, на несколько, кстати, передач смотрел тоже, насколько это у них популярно. И, не да, конечно, 100% плов. Хату ставят. Плов. Плов с самсой. Плов. Вот так вообще хорошо. Ну, плов, да? Ну, да, я бы вариант А. Ну, почему такой вопрос сложный как-то вот, да? Здесь вообще не было, да. Так. Вспоминаешь, как будто. Ну, может быть, где-то флаг вспомнить или еще что-нибудь вспомнить. Ну, на самом деле, есть какая-то логика в варианте Б, там даже. Ну, то, что жарко. Да, то, что жарко, поэтому. Ну, на самом деле, даже переезжая в Ростов, мне советовали, типа, бери белую машину. Во-первых, и пыль не так видна на ней. И второе, немаловажно, не нагревается в жару. Так, я думаю, что белый, потому что. Если там жара, а белый, в принципе, не нагревается в жару, согласен же? Да. Ну, наверное, мы с белым попрем. Да нам не поверят. Скажут, нам не подсказали. Это вот это в точку прям. У меня изначально был белый, сейчас уже черный. Но в другой машине я просто покупал в Москве. Белого. Потому что не нагревается. У него не спрашивается? Да. У него нет. Пакетов там сумма было много. О чем мы думаем? Я бы Гуччи выбрал. Я знаю, да.
Гуччи. Ты помнишь ту самую? Ну, я, я помню фотку, что-то правда, типа, точно я не что-то, что-то типа такого. Точно не правда, точно не Фенди. Я бы выбрал Гуччи. Я бы, да, выбрал Гуччи. Тем более, у тебя собаку так зовут. Ну, мне кажется, мы все видели эту фотку. Пожалуйста, смотри. Смотри, я позу даже угадал. Вот так? Да. По-моему, Уфа нет. Подожди. Название какого клуба? Ну, по одной, по первой букве, если взять, Уфа будет. Слушай, на самом, да, я на самом деле здесь тоже. Вот у меня ассоциация, я, по-моему, видел у Шомы что-то какой-то. Вот я тоже. Да, блин. Кит по нему, по-моему, что-то на Уфа больше похоже. Вот, да, да, да. И очень, я бы, да, здесь тоже даже не думал. Ну, я не просто так здесь. Извини меня, на подстраховке. Не, по-моему, да, у него, наверное, на экипировке написано было здесь. Ну, вот реально, да, отложилось. Да, спасибо Шоме вообще за этот квиз. Благодаря ему очень умный. Ну, наверное, Спартак. Я думаю, Пахтакор. Подожди, ну Пахтакор и Нефчи нет. Спартак. Ну, возможно, кстати, классический стадион Спартак еще. Советского Союза, я думаю, да? Новый свежий стадион, никто не знает. Пух, ну ты здесь 100% знаешь. Ну, конечно, это же Пахтакор. Правильно. Да? Я бы, да, выбрал вариант Д, Пахтакор. Пахтакор, да? Да. Опять же, Шома, это, говорит, самый именитый клуб страны, поэтому будем отталкиваться от его информации. Конечно. Видишь, молодец, подготовился. А, я видел. Да? Да, да. Давай. Ну, я не помню, сейчас. Ты видел, но не помнишь? Да. С. Инвалид как-то не ласково. Кривоногий ласково. Ты мой кривоногий. Ну. С. Ласково? Ну, тогда надо было немножко по-другому вопрос, да? Кривоногий твой, да. На Цуэфа. Я С, ты Д. Я. Давай. До одной победы. Сразу. Нет, сразу давай. Да. Да, сразу давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Все тогда, Д. Тут очевидно, С, вариант С, и у нас 8 из 8. Поехали, поехали. Ну, да. Я... ну, так вот нас. Ну, наверное, и то, наверное, не очевидно, но нам сейчас в последний момент не повезло, потому что мы 50 на 50 на Цуэфа играли. Тут, ну, как, да, как по пенальти, тут кому повезет. И тем более у нас в команде как бы не было Шумуродова. Наверное, он, скорее всего, ребятам все о своей стране рассказал, поэтому... В принципе, было легче, было, да, легче, в принципе, не зазорно было проиграть. С победой! Победой. А Шоме отдельное спасибо, да, за, да, информацию, скажем так. Спасибо, что ты был у нас. Спасибо, что ты был с нами. Да. И есть. Всем спасибо. Смотрите ролик в соцсетях на канале «Сборная России». Всем пока. Надеемся, было интересно. Смотрите матч России-Узбекистан.